что делать после появления самолетов, хотя большой вопрос, будут ли они, а если еще, не дай бог, у Резникова есть израильский паспорт, так мы никак в жизни самолетов не увидим. Надо узнать, кстати, министр обороны Украины имеет израильский паспорт или нет, и в конце концов, чью он занимает позицию Израиля, не поставки Су-35 Ирану российских, или украинскую поставки F-16 Украине. Но это надо узнать. Если кто узнает, дайте знать. А вот